Более сотни частных предпринимателей региона вышли на акцию протеста под стены Одесской облгосадминистрации. Кроме представителей микробизнеса из нашего города, к митингу присоединились ФЛП из Подольска, Измаила и Белгорода-Днестровского. Люди требуют отменить тотальную фискализацию, обязательное применение кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса. Уверяют, из-за них терпят большие финансовые потери. Напомню, это далеко не первая акция предпринимателей с такими требованиями. Была создана рада по четырем направлениям. Это первое, самое важное, это по либерализации закона об РРО. Потом по либерализации рыночного надзора, трудовых отношений и цифровизации. Это эквайринг, там, высоченные ставки, обслуживание в интернете. Мы подготовили свои проекты по всем четырем направлениям. Ни один из этих проектов до сих пор еще в силу не вступил. Оставьте нас в покое, мы хотим кормить свои семьи. Я предприниматель с 96-го года. Свой бизнес организовала сама. У меня родители инвалиды. Мне никто ни копейки не дал. И на сегодняшний день я должна закрыться и уйти, потому что я не смогу оплачивать в такие сезоны, зимние периоды, вообще торговли нет. Мало того, что нас вводят в карантин, не оплачивают его. Мало того, что нас заставляют падать на колени, искать себе кассовые аппараты, искать выходы. Вынуждены выходы обманывать государство, потому что те законы, которые они принимают, они просто зверские. Уже 16 февраля предприниматели из нашего региона планируют поехать на аналогичные акции протеста в Киев.